Ну а в Хасавюрте студенты ДГУ радовали прекрасную половину города цветами. Акция «Для милых дам» проходила по всему городу. Студенты дарили тюльпаны как символ весны и перемен. Вместе с цветами звучали слова пожеланий тем, кто приносит в этот мир добру и красоту. Столь необычное поздравление для многих дам оказалось очень неожиданным и оттого вдвойне приятным.